Всем привет, с вами Веня Пак, добро пожаловать обратно на Lingua Trip TV. Сегодня у нас новая песня Billie Eilish, которая называется Your Power. Но сперва мне скинули кое-на-что здесь отреагировать. Speeding bullet, more powerful than a locomotive. Look, up in the sky, it's a bird! It's a plane! Let's go! Your Power — это третий сингл из второго студийного альбома Billie Eilish Happier Than Ever. The song sees Billie recount her abusive relationship with Q. В песне Билли вспоминает ее abusive отношения с Q. Abusive, простите, я не знаю, по-русски такое бывает вообще сказать, в смысле, слово такое, да. Когда ей было всего 16, и как это на нее повлияло негативно в ментальном плане все эти годы. Надеюсь, что эта песня может вдохновить изменения и какую-то рефлексию. Окей. Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not wanna lose your power, but having it so strange. Try not to abuse your power. Старайся не злоупотреблять своей властью, да? I know we didn't choose to change. Я знаю, это был не наш выбор поменяться. You might not wanna lose your power. Ты, скорее всего, не захочешь потерять свою силу. But having it so strange. Ты не хочешь потерять свою власть, но иметь ее это странно. She said you were hero, you played the part. But you ruined her in a year, don't act like it was hard. She said you were a hero, you played the part. Она сказала, ты был героем. Ты сыграл эту роль. But you ruined her in a year. Don't act like it was hard. Но ты уничтожил ее всего за один год. И даже не притворяйся, что это было тяжело. Это вот про ее бывшего бойфренда. Я видел вроде бы про него у нее в документальном фильме. Вот я нашел Билли и говорила про него. I just wasn't happy, я не была счастлива, and I didn't want the same things he wanted, и я не хотела тех же самых вещей, которые он хотел, and I don't think that's fair for him. Правильно будет сказать to him, ну ладно. Я не думаю, что это честно по отношению к нему. I don't think you should be in a relationship super excited about certain things that the other person couldn't care less about. Я не думаю, что ты должен быть в отношениях, когда ты super excited о каких-то вещах, а другому человеку абсолютно пофиг. And there was just lack of effort. И просто был недостаток усилий, да? Одна из сторон не прилагала усилия. Сколько новых слов вы учите в неделю в учебниках и приложениях? И сколько вы из них реально используете? Мы собрали всю нужную живую лексику в один словарный интенсив, чтобы вы смогли общаться с носителями на любые темы, на работе и в жизни. От обсуждения финансовой сводки с коллегами до рассказов о неудавшемся свидании. И самая классная новость на этот суперсет – распространяется распродажа. Скидка $30, как и на все другие марафоны и интенсивы. Успевайте, пока распродажа не закончилась. Окей, возвращаемся к песне. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. And you swear you didn't know, no wonder why you didn't ask. И ты клянешься, что ты не знал этого, и я не удивляюсь, что ты даже не спросил. She was sleeping in your clothes, but now she's got to get to class. Она спала в твоей одежде, но теперь ей нужно бежать на урок. How dare you? And how could you? Will you only feel bad when they find out if you could take it all back? Would you? How dare you? Как ты посмел? And how could you? И как ты мог? Will you only feel bad when they find out? Ты будешь только раскаиваться, когда они узнают? If you could take it all back, would you? Если бы ты мог все это взять назад. Ты бы это сделал, would you? Второй куплет. I thought that I was special, you made.
was my fault. You were the devil, lost your appeal. I thought that I was special. Я думала, что я была особенной. You made me feel like it was my fault. You were the devil. Ты заставил меня чувствовать, что это была моя вина. То, что ты был дьяволом. Lost your appeal. Ты потерял весь свой шарм, так скажем, да? Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. How dare you? Does it keep you in control? For you to keep her in a cage. Это оставляет тебе какую-то власть или контроль, когда ты держишь ее в клетке. And you swear you didn't know. You said you thought she was your age. И ты клялся, что ты не знал. Ты сказал, ты думал, она была твоего возраста. Oh, shit. Here we go again. Ну и все, в принципе, здесь все повторяется. How dare you... А, нет. How dare you... And how could you... Will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Would you... Как ты посмел, how dare you, how could you, как ты мог, will you only feel bad if it turns out that they kill your contract? Ты будешь только раскаиваться, когда окажется, что они отменили твой контракт? Would you, да? Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. Am I Try not to abuse your power. I know we didn't choose to change. Постарайся не злоупотреблять своей властью. Мы, это был не наш выбор измениться. You might not want to lose your power, but power is in pain. Ты, возможно, не захочешь потерять свою власть. Но власть — это не боль. Билли, что ты делаешь? Окей, друзья, спасибо вам огромное за просмотр. С вами был Веня Пак, вы на канале Lingua Trip TV. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать наши нескучные уроки английского языка. А мы увидимся с вами в следующем видео. До свидания!